Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова. В 2023 году банк намерен инвестировать в нашу страну более 1,1 миллиардов долларов, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты. Николай Подгузов сообщил, что в прошлом году банк перевыполнил все плановые показатели. Объем инвестиций в Казахстан составил 1,2 миллиардов долларов.